Друзья, всем привет! Из-за этого ролика задерживается стрим. Этот ролик внеплановый, но я его хочу записать, потому что завтра этой карты уже не будет. И, блин, это действительно какая-то либо недоработка, либо баг. Возможно, у кого-то уже подобное было. Я бы был рад записать полноценный повтор. Значит, смотрите, я потратил на этот ролик, прям очень много. Ну, несколько часов сидел, пытался повторить кое-что. Но у меня почти получилось. Сейчас я вам покажу, о чем идет речь. Я даже кубки ради этого слил. Пожалуйста, если вам не трудно, поддержите лайком, подпиской на канал. Колокольчик нажмите, мне будет очень приятно. И также сразу же летите на стрим ко мне, по ссылке в описании. Стрим будет, итоги конкурса мы сегодня выберем победителя на скин Пенни. Если ты тоже хочешь поучаствовать, просто подпишись на мой инстаграм и оставь в комментарии под последней фотографией, я участвую. И все, всего лишь два действия, подписался и оставил коммент. И изи участник. И короче, мне скидывает модератор вот такой вот скрин. Говорит, смотри, я ничего не делал, целый поединок просто стоял на месте и занял топ-1. Я такой, чего? Охренеть, как это повторить? Что происходит? Как? Бля, вообще, ну, смотрите, если вы заметили, осталось бойцов один, а персонаж Пейн стоит в начале, где ты респавнишься, и у него бесконечный хил появляется, тем самым он не умирает, он становится бессмертным. Он говорит, что замочил чувака, забрал 4 банки, и после него начал появляться бесконечный хил, и он не умирал. Вы спросите, тогда чё, поединок, повтор не покажешь? Я, короче, ему пишу. Давай завтра, ну, я как всегда говорю, давай на следующий день, потому что сегодня у меня и так было 2 ролика, я еще 3-й планировал, не успел. А потом думаю, да не, гоу сейчас запишу. Он долго не отвечал, спустя час он мне пишет, точнее, спустя... Ну, короче, он мне... Да, спустя час вроде он мне пишет. А, не, я пока пытался повторить бой, повтор улетел. Я, естественно, расстроился, потому что это очень крутой... ну, я считаю, крутая фича, и было бы очень интересно на это посмотреть. Я целых 2 часа, или не знаю, сколько я пытался... Ну, короче, я с 6 или 7 вечера начал, уже 9:30, пытался повторить это. У меня почти получилось. Давайте я вам покажу последний повтор, что у меня получилось, и я вам попытаюсь объяснить, как это работает. Значит, фишка заключается в следующем. Разработчики нам обещали пофиксить, ну не то что пофиксить, а как-то пресекать тиминг. То есть, они нам говорили, что в режимах, где есть мод, будут следующая тема, короче. Если режим с коктейлем, то те, кто затимились, не будет рядышком у них появляться коктейль. В режиме с метеоритом, те, кто затимились, на них будет падать метеорит. В режиме грибов, те, кто затимились, у них не будут вырастать грибы рядом возле тимеров, да? Так вот. Я, кстати, заметил, многие мои... Кстати, вы видели, как я ушел от ульты красиво? Многие мои соперники этот баг пытались повторить. Я думаю, что они повторяют его неоднократно. Я думаю, что это для некоторых не открытие, серьезно. Но, возможно, большинство из вас не видели такого, потому что это бред, это реально бред. Ты можешь ничего, весь поединок не делать и при этом затащить. Короче, я так понимаю, что если ты находишься очень далеко, тебе повезло там с кем-то по ппшиться, и у тебя появляются грибы, их несколько, тебе не надо уходить с этого места, те, кто будут в середине, и они там будут, это в основном работает среди тех, кто тимится. И возле них не будут появляться грибы, а у тебя они будут нон-стопом. И ты будешь до бессмертия, просто до бесконечности стоять и отхиливаться. Естественно, это лучше работает с танком. Вот я пытался на воробушке, и очень тяжело на воробушке. Тем более, если на секундочку пропадут грибы, то все, ты резко умираешь. С Эльприма это очень, ну, не очень, ну, проще повторить. Вот тут вообще сейчас такой замес будет, я сейчас такие финты начну вытворять. Просто смотрите, я сначала уничтожил примата, потом уничтожил Шелли, покоцал Поко. А теперь смотрите, остается 3 человека, Чела, Шелли, я и Поко. И вы посмотрите, что сейчас будет происходить. Но опять же, не до конца идеально все получилось. Я захожу в дым, я ищу грибы, грибы, появитесь, срочно, хочу топ-1, ничего не делая. И вот что сейчас будет происходить. Они мне начинают коцать, и я вижу, вон они, грибы появляются, мне надо туда, срочно мне надо туда. Я начинаю туда сейчас уходить, смотрите, я сейчас начну туда уходить. Я искал грибы, реально, я пытался вот, чтобы в тумане появились грибы. Вот, они появляются, и все, и посмотрите. Раз, 2 грибы. 3 грибы. И, по-моему, это последние, да? 4-е не выросли, потому что Шелли уничтожила Пока, и мы находились не так далеко. Если бы я был где-то с краю карты, я бы 100% бы дожил бы до того момента, пока она сама не сдохла от дыма.
Пацаны, у меня не получилось на 100% повторить вот эту тему. Но эта тема, она реально произошла с ним. Он реально достоял поединок до конца и ничего не делал. И занял топ-1. Я сейчас буду стараться во время этого ролика повторить хоть немножечко вот подобного. Я не знаю просто, как 100% это сделать, но я уверен, что... на данный момент это работает, пока это не пофиксили. Я уверен, что это должны они пофиксить в скором времени, разрабы. Если у кого-то получится это повторить, но я уверен, что просто карта это пропадет и уже, ну, уже будет поздно. Мне кажется, до следующих грибов, возможно, они эту тему пофиксят как-то. Поэтому, если вдруг у кого-то есть такой поединок, где он просто стоял на грибах и топ-1 занял, не сражаясь, пацаны, напишите, пожалуйста, моим модераторам, Илья Бабикатолик, либо же Евгений Симоненко, либо Богдан Бандура. В общем, ну я думаю, вы знаете. О, смотрите, появились грибы. Пожалуйста, появляйтесь бесконечно. Смотрите, 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 это работает, смотрите. Блять, вы пропали. Ну, блять, сука, я уже обрадовался, думал, блять, да, получилось. И облом какой-то, сука, как же... Может, надо урон получать в этот момент? А ну, сейчас попробую получать урон. О, смотрите, смотрите. Где третья? Почему не вырастаете? Вырастайте. О, третья пошли. Так, смотрите. О, смотрите. Смотрите. Смотрите, ребята. Давай, где еще грибы? Ну уже. Блять, где еще? Почему они не появились еще? Сука, я не знаю, как это работает. Но у него прям работало до того момента, пока он не занял топ-1. Блять, наверное, потому что рядом ко мне он игроки находятся. Если бы я был очень далеко. Я боюсь сейчас заходить далеко, потому что я боюсь сдохнуть. Сука, Шелли сейчас меня не даст. Сука, вот тварь, а. Просто меня зажмет сейчас. Я готов жертвовать кубками, но я хочу это повторить. Я реально хочу это повторить. Это реально работает. -1, окей. Я кубка очень много слил, вы видите. Я, блин, у меня был примат на 505. Но я их верну, неважно. Самое главное, повторите это. Я хочу именно до топ-1. Надо было, наверное, чуть подальше отходить, чтобы рядом никто не бегал. Но у меня почти получилось. Он, короче, как... Он с кем-то фигачился, говорит. Он его убил. Собрал 4 банки. И, говорит, просто стоял на месте. И возле меня начали появляться грибы. И ничего не... И все. И больше ничего не происходило. Так, мы набиваем ульту. А я тебя попробую закрысить. Потому что ради эксперимента я попробую... Я ради эксперимента закрысить его хотел, чтобы... Ну, реально, вдруг бы получилось. Вдруг бы сейчас... Грибы нон-стопом росли. Ну, давайте я сейчас попробую вот здесь где-то вот встать. Прям в жопе. Пожалуйста. Главное, чтобы появились они. О, они начали появляться. Давайте еще дальше станем. Итак. Ну, где вторые? Вторые, я же сдохну. О, вторые пошли. Итак. Давай, хиль меня. Ну, еще. Где еще? Нет, это слабо. Это не то. Это не то, что я хочу. Ну, похоже, что-то пытается игра забагаюзить снова, но не получается прям сделать все. Блин, мало хп. Если бы банок было побольше, ну, давайте зайдем чуть подальше. Грибочечки, где вы есть? Блин, ворон сейчас рыщет. Они рядом стоят, поэтому... Точнее, я рядом с ними нахожусь, вряд ли тут будут грибы вырастать. Я боюсь идти в... Очень далеко. Я сдохну 100%. Так, хорошо. О, он отхиливаться начал. О, я вот словил. О, давай, все. До топ-1, тупо до топ-1. Все, отходим подальше. Давай, еще. Появись еще, пожалуйста. Это как спасательный круг, знаете. О, появился. Спрячемся. Хилимся. Смотрите, куда я дошел. Они не могут ко мне дойти, придурки. Смотрите, у меня получилось. Бля, извините за эмоциональность. Но у меня получилось. Все, я возьму топ-1. Все, бля. Это работает. Блядь. Перестало появляться. Я сдохну. Это не работает. Сука.
Бля, фейл. А вы видели, вы поняли, в чем прикол? Они, сука, разошлись. Из-за этого у меня перестали появляться грибы. А если бы они были рядом до последнего... Короче, мутная, сложная тема, но... Блять, это бред. Но это бред, то, что это, ну, реально работает. То, что можно ничего не делать, забиться в углу. Но, с другой стороны, это будет наказывать тиммеров. Они не будут находиться рядом. Так. Сейчас попробуем еще. Блин, мне так это хочется повторить. Ну, почти, вы видели, да? Почти. Вот жаль, что повтор не сохранился. Блин. Оуф, какой он. Смотрите, вы видели, какой он, да, шустренький почти. Давайте постоим тут. Подальше от всех. Может, начнут появляться. Давай, давай, появляйся. Ну там же тимятся по-любому, давай. Грибочки. Ну, в любом случае, вы видели, да, что у меня очень часто они появлялись. Блин. Давай, ну давай. Ну, я хочу, у меня должно получиться. Ну, я уже думаю, что у кого-то точно получится, потому что, ну, у меня почти вышло. Давайте набьем этот, ульту. Друг об друга. Оп, я возьму эту штучку. Так, хорошо, все. Так. Так, теперь нам надо куда-то свалить. Куда-то свалить. Не-не-не, ты что делаешь? Ты что, блядь, делаешь, а? Тебе кто такое разрешил делать, а? Негодяй. Грибы, спасайте! Грибы, спасите меня! Зажали, суки. Последний поединок, последняя попытка. И на этом завершаю ролик. Я думаю, что вы мне верите, что это было, да? Что это произошло, потому что, ну... Я уже сколько примеров вам привел, что почти получилось. И, собственно, его поединок, вот. Вот его скрин. Я не знаю, как у него это вышло, весь поединок там отстоять. Но у меня почти вышло. Но у меня, кстати, получилось не с самого начала, да? Вот у него с самого начала получилось это. У меня не с самого начала, вот в чем разница. Это разные, конечно, фишки. Я вот хочу, чтобы с самого начала появились грибы. С самого начала появитесь грибы с самого начала. Давайте тут походим где-то, может появятся грибы, да мы будем тут тусить. Ну смотрите, как далеко стою. Ну вот если бы появились, я бы тут отстоял весь поединок. О, 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 давай, давай, родной, давай, давай. А ну давай, пробуй, еще, еще, появись еще. Еще. О. Не знаю. Что-то они как-то, знаете. Ну появляются, но не моментально. То есть я успеваю умереть. А ну давайте в самый угол зайду. Я потом боюсь не выбраться, если они не появятся вновь. Сука, ну Дэрил, скотина, блядь, запорол мне все. Реально Дэрил запорол. Чушка. Едь сюда вообще. Давайте, давайте, еще, еще грибы, еще, 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 еще. Отходим, отходим. Тупо надо стоять подальше. О. Так, хорошо. О, еще, еще дальше, еще дальше. Ну, давай, еще, появляйтесь. Давай, быстрее, хиль меня, хиль. Надеюсь, вы мне хотя бы лайк поставите за слитые кубки. Я старался это повторить. Я не знаю, как это, сука, повторить. Толга, ты вот, блядь... Сука, вот, ну, надо было запороть такой повтор. Ну, вот просто меня бомбит от того, что, сука, у него был повтор. Ой, он улетел, я под... Блядь, такой повтор улетел. Пиздец. Сука, еще и кубки слил. Пацаны, поддержите. Просто поддержите. Спасибо вам всем. Жду вас на стриме.